base, it's led 9 to go. In zone 3 is all clear. Moving in next zone. Base in zone 3 clear too. I think that. But what? Nairobi Airfield, it's late 9 to go. I'm in attack Almond TTs. Do you read me? Over. Nairobi Airfield, I'm flying zone 4. What's your offer? Over. Roger, moving to airfield. Attention, all guns is ready. Доложите обстановку. Борт 4 с важным для нас грузом сейчас атакованы дальними сисечками в районе К-458. Нам нужно срочно вытащить их оттуда, иначе будет хуёво. Срочно ретранслируйте, это наш аэродром перехватчиков. Конечно, сейчас ретранслируем. Что это? Не знаю. Нужна поддержка с воздуха сейчас же. Срочно отправляйте отряд «Браво» для уничтожения противника. Подтвердите танго «Виски» выполнение поставленной задачи. 3-0-0, квадрат «З». Внимание всем, работайте в непосредственной близости от своих. Я получил доклад ястреба. Кто рядом с квадратом 1 альфа? Продавочники, сэр. Отправляйте их в квадрат 1 альфа. Будьте осторожны. Продавочники, в радиусе 100 метров на цели могут быть свои. Мы на месте. Квадрат 1 альфа, атаку разрешаю. Все бородавочники на подлете готовятся к атаке. Почему не стреляют? Ну же, давай! Радиопомехи, отказ радара рядом с целью. Так, я вернулся с аэродрома. О, есть какие-нибудь вести? Пилоты сейчас в столовой разгрузили новое топливо на основе тетрапукан-бомбила для космических перелетов. Да, и, кстати, Гектор. Там летело два пассажира. Они сейчас находятся в лазарете. Они потеряли слишком много хромосом во время перелета. Они назвали одно твое имя, которое я знаю, старое. Ты бы навестил их. Великий, наши опасения подтвердились. Они действительно существуют. Несколько тысяч хромосом назад лейтенант Дубков тоже был атакован миндальными сисечками. Но эта информация дошла до нас только сейчас.
Пилоты борта 4 в момент атаки заметили скопление еще больших миндальных дронов, которые можно больше по размерам соотнести к бомбардировщикам. То есть, возможно, будет второе вторжение с использованием авиации. Да, этого я и боялся. Наши ученые произвели вскрытие миндальных сисечек, которые принесли после вашего столкновения с ними возле пустотного разлома. Исследования показали, что они плохо себя чувствуют на холоде, чего, к сожалению, нет у тех миндальных дронов, которые напали на борт 4. В связи с этим наземной атаки можно не бояться. Ну даже так, у нас есть пара установок и пара перехватчиков, там 2-3 среднего радиуса действия, но нам этого будет критически мало. Не ссы в трусы, я уже связался с нашим адмиралом. Он должен приехать и разрулить этот вопрос. Но должен будешь с ним встретиться. Блин, ну откуда они могли появиться? Мы же уничтожили их возле пустотного разлома. Уничтожили их порталы. Ну, пустотный разлом достаточно всратое место. Истории о нем берут истоки еще со времен древних. Ну да, по преданиям, там находится место, через которое древние перебирались в другие измерения. Почти. Это как завод. Наш мир, он как придорожное кафе возле прохода в нашу умную вселенную. Нашу умную вселенную? То есть, есть и другие умные вселенные? Да, умных вселенных много. Мы находимся ближе всего к той, в которой не было еще никого из тех, кто знает летописцы. И практически там же находится путь к другим измерениям и другим умным вселенным. Так называемая паутина, по которой могут путешествовать корабли. Мы занимаемся как раз разработкой специальных двигателей, с помощью которых мы сможем там путешествовать. Линкор ЕБУ адмирала Сарипачи может перемещаться по космосу, может прыгать на сверхзвуковую скорость, но мы занимаемся нечто большим. Ну, ближе к делу. Маэстро Марши, собери своих подчиненных, поищите людей и машины. Мы должны быть готовы к этому дерьму в любой момент. Сейчас ведется установка РЛС шоколадного леса. Они смогут нас оповестить об атаке настолько заранее, насколько нам хватит времени, чтобы поднять нашу авиацию ПВО для перехвата. Я займусь этим, я пока свяжусь с нашим старым другом По, может быть, он тоже сможет нам чем-нибудь помочь. Котенька, панда, охуеть. Влейте им еще батиных трав и... Да, продолжайте. 10 кубиков в час. Доктор, скажите, с ними все будет в порядке? Да, конечно, с ними все будет хорошо. У них легкий буритоз, большое количество хромосом, конечно, потеряно, но мы сейчас установим, в ближайшее время они станут на ноги, и все будет хорошо. Можете не беспокоиться.